Ленинградская область представила программу дорожного развития, рассчитанную на период до 2024 года. На совещании с руководством Минтранс России участники встречи поддержали инициативу региона по созданию транспортного узла и включению крупных дорожных объектов в федеральную программу. Для нас очень важно, чтобы те проекты, которые уже сегодня намечены, и часть проектов реализуется, получили свое продолжение в национальной стратегии. Это и подход трассы Нарва кольцевой дороги, об этом сегодня говорили. Это и прилегающие развязки в зонах интенсивного жилищного строительства. Это и развитие железнодорожного совместного узла. Это и, конечно же, восточно-скоростной диаметр. Конечно, мы рассчитываем, что мы получим наши предложения, получат помощь и поддержку в бюджете Российской Федерации. Без поддержки бюджета Российской Федерации очень сложно развивать и решать транспортные проблемы. Общая стоимость всех заявленных в программе объектов составляет на данный момент около 40 миллиардов рублей. Губернатор области Александр Дрозденко заострил внимание на необходимости развивать подходы к портам и госгранице, в том числе в Выборгском направлении. До 2024 года планируется полностью отремонтировать трассу «Скандинавия». Федеральный объект включен в комплексный план развития магистральной инфраструктуры.